По результатам голосования по проекту застройки мыса Хрустального учли замечания только жителей улиц, расположенных между Карантинной и Артиллерийской бухтами, которые предоставили подтверждающие документы. Но не все местные смогли участвовать в онлайн-обсуждениях. Одна из жительниц этого района говорит, что в окрестностях мыса Хрустального живут в основном пожилые люди, которые не разбираются в современных гаджетах и не могут участвовать в интернет-обсуждениях. Нас не то что не спрашивали, там у людей практически половины точно нету даже интернета. У нас газа нет, мы центр города. У нас до сих пор ямы. Нашим районом вообще никто не интересуется. А здесь они решили вот этого монстра построить. Для чего тогда вот эту 16-этажку? Такой же монстр был. Я не геофизик, я не историк. Но я не понимаю. Местные жители настолько трепетно к этому месту относятся. Создание мемориального комплекса защитникам Севастополя 1941-1942 годов особенно ждали ветераны. Многих из них уже нет в живых. Общественники считают, что местные власти игнорируют волю участников Великой Отечественной войны. К тому же заложить городской парк и мемориальный комплекс на этом месте поручил президент России еще в 2017 году. Поэтому застройка мыса Хрустального касается каждого жителя. Ведь это общественное пространство в самом центре Севастополя, а значит, и учитывать нужно мнение всех. В чем цинизм заключается? В том, что если бы переломила бы власть просто нас вот так вот, ребята, мы вас не слушаем, построим. Они еще сделали так, что народ-то оказывается за. Две коллеги, которые там как-то пролезли в этот интернет, они, значит, проголосовали за. А по поводу концепции чего обсуждать? Уже давно ясно, значит. Во-первых, конкурс на самом деле был, это очень грамотный такой, тщательный был конкурс, который проанализировал все. После этого, значит, на самом деле было несколько проектов и предложений, значит, по поводу самого мемориального комплекса. Вот. Но дело в том, что все это ушло куда-то в песок пустую. Григорий Донец обратил внимание, что игнорирование мнения всех горожан, а не только жителей района мыса Хрустального, противоречит нормам законодательства. Общественные обсуждения должны проводиться с привлечением членов профессиональных и социальных групп, а также общественных объединений. Они также должны допускаться к подведению итогов подобных слушаний. Кто-то считает в департаменте архитектуры и градостроительства, а те, кто участвует в обсуждении, они не участвуют в процессе подсчета голосов. Поэтому и возникает коллизия. Смотрите, парк «Патриот», провели общественное слушание, были категорически против, решение положительное. В Доме культуры на Ленина 25 проводили первое слушание по кластеру на мысе Хрустальной. Абсолютное большинство высказалось против, результаты из департамента вышли положительные. Ну и так далее. Также было по Казачьей бухте. Также было по медицинскому кластеру. По мнению Натальи Безнес, без утвержденного генерального плана нельзя строить такие культовые для города сооружения. Советские архитекторы тоже делали ошибки. В качестве примера специалисты приводят здание гидрофизического института, построенное на территории 8-й батареи, или корпус Института биологии Южных морей в районе 10-й батареи. Но это сооружения, которые допустимо возводить на берегу моря. Но это все-таки морские институты, они должны находиться у моря. Ну кто, скажите мне, обязал находить, а почему оперный театр должен находиться на морском берегу? Почему хореографическая академия должна находиться на морском берегу? У нас, кстати говоря, вот я помню цифры, у нас 152 километра береговой полосы, вот по изрезанности берегу. Из них только 4% доступны для купания. 4%! Вот представьте себе, мы морской город. И вот этот был берег, это была последняя наша надежда, что в центре у нас появится еще одна набережная, еще один пляж. Почему строить театр оперы и балета на берегу моря – не самая лучшая идея, объяснил председатель общественного совета при Главном управлении культуры правительства Севастополя. Будучи в свое время директором филармонии, мы никогда не проводили мероприятий. Севастопольцы помнят, что на Приморском бульваре был кинотеатр «Приморский», где не только фильмы демонстрировали, но и проводились концертные мероприятия. Так вот, именно вокальные мероприятия мы никогда там не проводили. Почему? Да потому что близость к морю, соленая влажность вечерняя, она губительно действует на голосовые связки.
Кроме того, такие массивные здания, как Театр оперы и балета и Академия хореографии, исказят морской фасад Севастополя, убеждены архитекторы, из-за чего в дальнейшем будет сложно обеспечить сохранность исторической части города. А по требованиям антитеррористического законодательства строение, вероятнее всего, огородят, поэтому мыс может превратиться в лабиринт из заборов. По мнению общественности, строить культурный кластер лучше там, где будет больше архитектурного простора. По итогам народных слушаний участники подписали резолюцию, которую направят губернатору Михаилу Развожаеву, председателю законодательного собрания города Владимиру Немцеву и главному федеральному инспектору по Севастополю Александру Антонцеву. Общественность требует остановить строительные работы на мысе Хрустальном и провести широкие общегородские слушания. Маргарита Борисенко, Дмитрий Лелека, Севинформбюро.